Глава 34. «И взошел Моисей с равнин Моавицких на гору Нево, на вершину Фазги, что против Иерихона, и показал ему Господь всю землю Галаад до самого Дана, и всю землю Нефалимову, и всю землю Ефремову и Манасину, и всю землю Иудину, даже до самого Западного моря, и полуденную страну, и равнину долины Иерихона, город Пальм, до Сигора. И сказал ему Господь: вот земля, о которой я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, говоря: семени твоему дам ее. Я дал тебе увидеть ее глазами твоими, но в нее ты не войдешь. И умер там Моисей, раб Господень, в земле Моавицкой по слову Господню, и погребен на долине в земле Моавицкой против Веффегора, и никто не знает места погребения его даже до сего дня. Моисею было 120 лет, когда он умер, но зрение его не притупилось, и крепость в нем не истощилась. И оплакивали Моисея сыны Израилевы на равнинах Моавицких 30 дней. И прошли дни плача и сетования о Моисее. И Иисус, сын Навин, исполнился духа премудрости, потому что Моисей возложил на него руки свои, и повиновались ему сыны Израилевы, и делали так, как повелел Господь Моисею. И не было более у Израиля пророка такого, как Моисей, которого Господь знал лицем к лицу, по всем знамениям и чудесам, которые послал его Господь сделать в земле египетской, над фараоном и над всеми рабами его, и над всею землей его, и по руке сильной, и по великим чудесам, которые Моисей совершил пред глазами всего Израиля.